заставили меня применять силу. Я не полечу с тобой! Без меня тебе не выжить, Элой! Я не нанесу урон, не пробившись через броню. Почему ты упрямишься? Сначала просканирую. Я не нанесу урон, не пробившись через броню. Надо бить по золотым пластинам. Держит. Запустить ускорители! Ах!
Пластины уязвимы к стихийному урону. Я знала, что ты не хочешь мне зла. Костюм тебе не поможет. Стихийный урон повреждает пластины. Дубинки против молний! Я сильнее тебя, Тильда! Что ты не хочешь мне зла. Я с тобой покончу. Этот призрак способен выдержать намного больше. Тильда! Дубинки против молний! О! Больше нет! Мир обречен! Мы должны покинуть его вместе!
сначала просканирую. Я не нанесу урон, не пробившись через броню. Нужно целиться в пластины. Что ты не хочешь мне зла. Тебе меня не победить! Я не полечу с тобой! Подумай, почему ты упрямишься? Этот призрак способен выдержать намного больше. Вселенной.
Еще пару ударов. О, какой резвый! Пластины уязвимы к стихийному урону. Этот призрак способен выдержать намного больше. Вот и все! Без меня тебе не выжить, Элой! Надо подождать. Все кончено. Почему ты не оставила мне выбора? Она напала на тебя и рассказала про Немезиду. Так значит, ты все знал? Да, Атаида. Как и способ обойти защитные барьеры зенитов. Я создал армию мятежников, потому что знал это, чтобы попасть сюда сейчас. А мне не мог рассказать? Брось, Элой. Ты же вообще не умеешь идти на разумные компромиссы. Когда Аид рассказал про Немезиду, я понял расклад и как надо сыграть. И в тот же момент я понял, что в эту игру ты точно играть не будешь. Что ты вмешаешься и решишь спасти Тенакт. Я был прав. Отчасти. Ты сорвала мои планы, но успешно выполнила свой. В итоге результат тот же. Мы здесь. И теперь мне пора покинуть эту обреченную планету, захватить Одиссею и базу данных Аполлона и начать новую главу моей гонки за знаниями, на этот раз бесконечную. Летим со мной, если хочешь. Ты это более чем заслужила. В отличие от Тильды, я приглашаю вежливо. Ты просто бросишь все и улетишь отсюда? Останься. Помоги защитить Землю. Возможно, Тильда не до конца все прояснила,
Немезиду не остановить. Она разрушила колонию Зенита за несколько часов. Какие шансы у примитивных племен Земли? С Геей в руках ты спасешь земную жизнь, посадишь ее семя в новом мире. Как сделала Элизабет. Это ее выбор. Пожертвовать всем, что было, ради надежды на то, что будет. На твоем месте сегодня она бы села на борт челнока. Нашел. Она жива? Жива-здорова. Слава десятым. Прощай, Сайленс. Она в порядке. Выглядит воинственно. Как всегда. Элой, ты справилась? Куда он собрался? Так далеко, как только можно. А. Уверена? Ты остаешься? На время. Вам тут пригодится любая помощь. Кто будет со мной пить? Твой Эль, мы не будем. Я бы лучше поспала. Отличная идея. На сей раз и правда все. Впереди новая битва, Элизабет. Не похоже на ту, что ты вела. Она не даст надежду на создание нового мира. Но должна спасти тот, что есть. У моих друзей новое задание. Предупредить всех и найти союзников. Они не жалеют сил. Думаю, они всегда знали то, что я только сейчас начала понимать. Что люди этого мира могут победить в тяжелейших битвах. И решить самые трудные задачи. Преодолеть самые опасные препятствия. И встать на ноги. После самых тяжелых ударов. А я не могу сказать, что не боюсь. Бой, что ждет впереди, будет сложнее, чем все, что были раньше. Но страх меня не остановит. Потому что впервые в своей жизни я знаю, что не одинока.
My soul carries all I
чем занята? Я пытаюсь придумать, как можно временно стабилизировать биосферу. У нас нет Гефеста, но я уверена, мы что-нибудь придумаем. Я ходила на могилу Варла. В близнецах он до последнего защищал меня. Он был моим первым другом. Не верю, что его больше нет. Я тоже. Итак, Немезида. Я долго пыталась понять, что уничтожила колонию Зенита на Сириусе. Но мне и в голову не приходило, что это была мешанина из отпечатков зенитовских мозгов. А теперь она летит на Землю. Да уж. Будь осторожна, Элой. Когда зениты заставили меня подготовить поглощение Гефеста, он был очень рассержен. Поймать его снова будет непросто. Мы найдем выход. Как хорошо дома, Элой. Как хорошо дома. Возвращением, Элой. Все в порядке, Гея? Да, приятно быть дома. Хотя настройка эвристической матрицы займет время. Нужно убедиться, что в моих системах не осталось кода Зенита. Это правильно. Не торопись. Гефест снова сбежал от нас. Получится ли исправить биосферу? Сбежав в глобальную сеть котлов, Гефест возобновил деятельность и улучшил протоколы безопасности. Я уже разрабатываю план по его поимке. К тому же, используя мощности оставшихся вспомогательных функций, я сделаю все, чтобы остановить разрушение биосферы. Уверена, это даст нам время. Хорошо. Процесс настройки идет. Я сообщу, когда он завершится. Процесс настройки идет. Я сообщу, когда он завершится. Процесс настройки идет. Я сообщу, когда он завершится.
Удивлена, что ты остался в лагере. Думала, ты сбежишь в одну из своих мастерских. Возможности этого комплекса меня устраивают. Что ж, тогда располагайся, как дома. Значит, ты, наконец, получил, что хотел? Да. Все знания из базы данных Аполлона лежат передо мной. Наконец-то. Правда, Геи нужно еще очистить базу от кода зенитов. Нас ждет дивный новый мир, Элой. Подготовься к нему. Гефест вернулся в глобальную сеть котлов и создаст еще более опасные машины. И нам все еще нужно исправить биосферу планеты. Возможно, Аполлон подскажет другой способ. Время покажет. Нашел что-то полезное про Немезиду? В моих руках нить, ведущая к целому гобелену. Но его еще нужно соткать. Когда придет время, я расскажу. Прости, что отвлекла. У меня много работы, Элой. У меня много работы, Элой.
Нельзя отвлекаться на холод. Мы смогли, Варл. Зенитов больше нет. Жизнь на Земле спасена. Ну, пока что. У нас появился новый враг. Не знаю, как мы с ним справимся, но... мы будем сражаться. Все вместе. Покойся с миром, Варл. Скоро я навещу тебя снова.